Ай-я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 й. Сыбей отсюда, педрилы, ебаные, я вас сейчас всех изнасилую. Мать твою! Хей, йоу. С тобой Рамзес, и сегодня мы играем в игру под названием Payday 2. Сегодня у нас с тобой интереснейшая миссия, на которой мы должны творить дела. Творить добро. Скажем таки, это не совсем добро красть машины из автосалона, но мы должны сегодня не убить ни одного гражданского, не убить ни одного охранника. Так, одеваем быстро маску. Я собрался в стелсовом варианте ее быстренько пройти. А в принципе, эта миссия проходит столько стелсово. По-другому пройти ее нельзя. Твою мать, он прям под камерами стоит, и мне нужно его убрать, чтобы камера его не видела. Все хорошо. Все очень-очень хорошо. Так, отвечаем быстренько на пейджер. Я даже делал пост в своей группе ВК и у себя в инсте о том, что у меня эта миссия доконала, то, что мой пердак не справляется с этой миссией и так далее. Там прям такой постик-то хороший получился, как по мне. Так, спрятали труп, чтобы он нам не мешался. Тут еще один стоит. Меня вот это смущает. А если мне понадобится еще пейджер, давай-ка обойдем его. На самом деле, уличных охранников лучше особо не... Ну, их можно убрать, но потом будет боязно, если ты не сможешь как бы... Твою мать! Это только через верх, что ли, вы мне хотите положить? Смотри, тут есть как вариант, но я не знаю, по-моему, камера смотрит в эту сторону как раз. Короче, нам нужно найти хранилище, где оно находится. По каким меркам, по каким критериям мы должны это делать? Сейчас покажу, сейчас объясню. Смотри, тут закрыто, тут идеально просто все. Короче, на улице охранники целы, в принципе, все нормально. Берем, поднимаемся на этаж выше. Открываем вот эту дверку и погнали еще на этаж выше. Тут у нас уже крыша. Что мы тут должны на крыше сделать? Мы просто пока что откроем дверь. Мне нужно найти карту. Мне нужно найти менеджера, у которого есть карточка. Эта карточка откроет дверь в его кабинет. Так, смотри, тут есть вентиляция. Ой. Мать твою! Ой, как хорошо! Фу, вот это пот, господа, вот это потненько сейчас было. Так делать нельзя. Так, а чё менеджер на первом этаже, что ли? Вот его кабинет менеджера. На карточке мы с вами... Ой-ой-ой-ой, нету. Ляг нахрен. Ляг, твою мать! Фу, блин, вот это было зря, конечно. Чё мне с ним теперь... Так, давай-ка ты умрёшь. Но мы должны сегодня не убить ни одного гражданского, ни один... Ну извини, пацан, ну такая ситуация, ты сам вышел. Все, что в данный момент я могу сделать, это, по-моему, спрятать его либо тут, либо мне придется пронести его через весь офис. Вот тут его протащить. У меня, в принципе, пакетиков много. Мешков, в смысле. Что меня сейчас смущает, естественно, это то, что у нас с вами нету менеджера. Где эта тварь ходит? Меня вот это вот вообще сейчас напрягает больше всего. Так, тут мы забрали все мешки, у нас сейчас с вами должно быть... Вот она, падла эта. Давай-ка с тобой быстро тоже разберемся по той же схеме. Ну что я мог с ним сделать? Если бы я его связал, кто-нибудь его увидел бы. Блин. Ладно, у нас минус один пейджер еще. То есть два у нас еще есть. Я когда жму на F все время, у меня такое, знаешь, такое ощущение, как будто сейчас палец дрогнет и все. Ой-ой-ой. До жопы очень тяжело, честно скажу. Прям вот жопы. Чую то, что очень... А, нет, у меня как бы был еще мешок, но все равно не повредит то, что мы взяли еще. Нам нужно открыть дверь. Какую дверь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Все хорошо. Александр, что? Кто это такой? Дональд Александр. Так, тут мы все чекнули. Он снизу. Я вам по секрету скажу, он снизу. А че вас тут так много? Алло. Дональд Александр, он сидит, он в тех компах. Вот он, кто? Александр, типа Дональд Александр. Сместили два имени. Фамилия Александр, имя Дональд. Прикол, конечно, ну ладно, пускай. Вот, и мы как бы 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Смотри, в чем прикол сейчас? Мне нужно выйти на улицу. Сейчас наша задача разместить вот на... В смысле? Как? Кто увидел меня? Че, кто увидел? Кто что увидел, я не пойму. Ты дурак совсем. Быстро это делаем все. Сейчас устанавливаем, бежим, берем ключи. И нас как бы... Время потекло, 2 минуты, я должен успеть еще угнать машины. Быстро устанавливаем. 2 минуты всего дается. Ключи, мать его, ждут. Мы должны успеть, господа. Это как бы вообще 0 вариантов. Открыли, быстро забрали ключики. Да мать твою, возьми ключи какие-нибудь. Все, берем быстренько. Господа, знаете, в чем проблема? Я не умею вводить в Payday его вообще, понимаете? В чем ситуация? Это жопа. Твою мать-то! У нас минута еще и километр. Давай, рыбка моя. Мы должны в этот раз уйти.
встретить на Инстаграм, там про эту миссию было даже видео, как я бомбанул. Ну так как видите, звука-то нет, но есть очень грустная песня, как бы ситуация эта. Пока что мы еще никуда не врезались, это меня радует. Мать твою, потеряли скорость, ну ладно. И тут прям вот жестко тяжело водить. Именно в этой миссии, я вам так скажу. Потому что, ну, это не то, что в этой миссии, в принципе, по идее, водить это нереально. Игра в шутер, они сделали машины, но это сложно. У нас 30 секунд и 300 метров. От первого лица водить здесь вообще, честно скажу, нереально. Занесло, мать твою. Мать твою! В смысле провалено-то? Как вы поняли то, что эту миссию, в принципе, с первого раза пройти можно, если эту миссию буду проходить не я. О, господи. Немного не хватило. В общем-то, нам с вами немножко совсем не хватило. Самую малость. Я беру и повторяю миссию. Но при этом я включусь для вас, когда я дойду до взлома ПК. И даже со второго раза... Блин, был комом. И в бой вступила ненормативная речь. Так что прошу прикрыть свои ушки. Я немножко это все запикал. Сразу сорян, я старался держаться до последнего. Но просто всему терпению приходит когда-нибудь конец. В смысле? В смысле? В смысле? Съеби отсюда, педрила ебаная. Я вас сейчас всех изнасилую тут. И даже после третьего прохождения мне не удалось правильно и грамотно его закончить. И в этот раз уже не так сильно бомбило, потому что после второй каточки мой пердак уже еле-еле нос. Он заметил его опять, что ли? Опять заново проходить? Я не могу! Мне казалось уже все, конец. Следующего проигрыша моя нервная система не переживет. Ведь его и не было. Вообще веселее ее проходить, естественно, с другом. Когда вы с другом вдвоем утащили какую-нибудь тачечку. Типа с другом вы утащите не одну, как бы, а две. Он может сесть в одну, а вы можете сесть в другую машину. Это куда прикольнее, как по мне. Ну, когда-нибудь будет прохождение с другом, потому что, ну, одному мне уже поднадоедает играть. И, в принципе, игра поднадоедает. Фу, мы должны в этот раз успеть, господа. Если я не успею, у меня все. Эта игра доконает меня, именно эта миссия, это моя ненавистная миссия. Я уже объяснил, почему. Припарковал. Нет, не припарковал. А теперь валите оттуда, увалим. О да, господа. О да, господа. Я сделал это. Я сделал это. Да, настроение поднялось сразу. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Вообще, на самом деле, я так попарился хорошо, и как бы 400 тысяч, это очень для меня мало, то есть для меня это вообще не деньги. Потому что я сюда, в эту миссию, вложил больше, наверное, больше полумиллиона. Но зато дается как бы хороший уровень. И дается этим... Континенталь, короче. Всем спасибо, опять-таки, за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. Там снизу в описании есть группа ссылка на группу ВК и есть ссылочка на мой Инстаграм, естественно. Все, всем пока. Как же офигенно. Я вообще не думал, что я пройду. Ура! Ура мне, ура!